Владимир Путин назначил главу Бурятии председателем комиссии Госсовета. Алексей Цыденов указом президента возглавит новую комиссию «Эффективная транспортная система». Среди новых наименований, помимо той, что возглавил Алексей Цыденов, появились «Северный морской пути Арктика», «Технологическое лидерство», «Экономика данных», «Эффективная и конкурентная экономика». 17-летнего Кирилла, спасшего троих на пожаре в Улан-Удэ, отблагодарили за геройский поступок. Блогер Ринчин Дашицеленов был так тронут подвигом парня, что лично приехал пообщаться с Кириллом и вручить ему подарки. В первую очередь хочу поблагодарить тебя за то, что совершил такой героический поступок. Хочу тебе подарить вот такой вот подарок. Смотри. Да, спасибо большое. Кроссовки, наушники. И вот от всего бурятского народа я тебе хочу подарить вот такой 15-й айфон. Ой, боже мой! Держи, спасибо. В середине июля на левом берегу случился пожар. Одним из первых огонь увидел Кирилл и сразу отправился на помощь. В итоге вынес из огня троих – двух бабушек и парализованного дедушку. Кирилл учится на спасателя во Взгуту, перешел на третий курс. Сразу понятно – пошел по призванию. В столицу Бурятии может приехать Ричард Гир. Знаменитого американского актера пригласили на буддийский форум в Улан-Удэ. Гир был в Таежной Озерной много лет назад во время визита его святейшества Далай-ламы, но республику толком так и не увидел. К слову, голливудская звезда исповедует буддизм и является одним из самых известных приверженцев этой религии в мире. Стена из цветов за 4,5 миллиона появится на площади Советов. Деньги пойдут на цветочные композиции. Возведут арку, вертикальные двухметровые цветники и целую трибуну из растений 33 метра в длину. И напоследок туристка убежала от лося, который испугался больше ее. В Монахово лось вышел на живописное поле. Променад прервала женщина, которая бросилась бежать от животного, чуть ли не перерезая ему путь. Лось перформанса не понял, но на всякий случай тоже убежал. Специалисты напоминают, что при встрече с диким животным не стоит бежать. Самое верное решение – замереть или отойти подальше, если животное вас еще не видит.